Вооруженные силы Сирии в ходе наступления нанесли новые удары по боевикам. В провинции Дамаск войска вплотную подошли к бывшей авиабазе и взяли под контроль 10 деревень. При этом были уничтожены около полусотни террористов. В Дейр-эз-Зоре армия предотвратила попытки подорвать блокпосты с помощью заминированных автомобилей. А в провинциях Алеппо и Хомс сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков, уничтожив арсеналы и военную технику.